Привет, друзья! Мы в Магнит Косметик зашли, кое-что себе взяли. Снимать не хотели, но не обошлось без съемки. Мы нашли вот такой вот новый стенд и хотим вам его показать. Тут симпатичные такие товарчики и очень интересные цены. Смотрите, такой вот маленький термос. Сейчас я его достану. Давай ты будешь доставаться, а то мне неудобно показывать. 460 миллилитров, по-моему, да? Цена у него вон там, вон. Мне не видно. Да, вот. 460. Вот. Они разные, что ли? Нет, одинаковые. Одинаковые. Но модный, мы не будем... бледно такой, нежно-мятный. А тут все такого цвета, видите, тарелки? Мятный и припудренный розовый цвет. Рядом стоит стакан. Все высоко. Такой. Типа термо, да? 169, по-моему, у него цена. И вот такая крошечка. Смотрите, какая симпатичная. Be happy. Симпатичная крошечка. Кружка. 149 миллилитров. 360. Ну, да, да. Обычно. Так, дальше. Вот такая крышечка. Ну, кому так и нравится. Ну да. Молочник. Угу, фарфор. Для молоко пить. Еще кто-то производитель не видно. Ну вот, покажи так. Да у меня тут фокус, как обычно. Ну и нету его. Нет, нету фокуса. Ладно, не важно. Там рядом вот другая. Какая? Бокальчик. Кому такие нравятся? Цена 119. Этот удобный такой. Ну да. Мне вот это понравилось. Вот это. Как там, видите, как двойное то, что будет жидкость наливаться. Ага, там видите, не до конца. Рука, да. Видите, там дно. Интересно. Внизу. И переливается. Угу. Мне нравится, когда вот симпатично. Сколько там? Не увижу, очень мелко. Да мелко. Надо было на твой телефон снимать, на мой не видно. Ну вот надо было. На мой нет. Хорошая. Она одна, что ли, там? Там, по-моему, еще одна. Есть. Вы забрали бы. И там вон наверху вот у них запас стоит. Вот он, я вижу. Вон там. Какая штучка. С пипочкой, да, он там, да. Чтобы лить. Я не знаю, легкая. И тоже цвет, видите, зеленый такой. Такой вам больше нравится. И розовый. Зеленый или вот этот розовый? И вот такой вот, вот такие как вот для вина. Модно сейчас. Такой. И вот такой. И вот такой вот. Бокал для шампанского. Подальше. Да, да. Не надо близко. Вот такой. Тоже цвет. Угу. Зеленый. И розовый. И розовый. Так и ваз для цветов. Тоже она тяжелая. Розовый. Вот стекло, хорошее. Да. Так. Ребристое. Угу. И там еще такая. И там такая еще вон зеленая есть. Зеленый или розовый? Мы недавно заходили, этого стенда не было, поэтому мы решили вам показать. А это что такое? Конфетница, что ли? Мы посмотрим, что там. Что пишет? Написано? Хрустальная конфетница. Я говорю, конфетница. Откроем, посмотрим. Подарок хороший. Смотрите. Да. Хрустальная? Кристаль богема. Богемское стекло? Mm-hmm. Где-то они вот копали, интересно. Раритет стоит. Блестит хорошо. Да. Хорошая штучка. Такой вот бокальчик. Назад в СССР. У всех был богемское стекло. Мне нравится тот плин. Ой, а тут вообще, посмотрите. Классный. Мы не достанем, но я вот так вот тут... Вот... Всего лишь 129,99. Смотрите, какая прелесть. Вот тут даже симпатичнее цвет. 340 миллилитров.
Вот мне нравится. Вот это еще симпатичный стаканчик. Сколько тут Турция написано? Да. Турецкий. Может быть, это вообще все Турция? Видите, какой? Сейчас. Видите, там принт. Какой интересный. И он выпуклый. Вот это вот очень такой интересный. Нет, надо было на твой телефон сниматься. Ничего нет у меня. Стекло. Поможешь. Из стекла. Тонкое стекло такое. Угу. Как итальянское, похоже. Хорошее. Так, дальше. Ну, дальше там не буду, понятно, наборы, стаканы, да. Фужеры, вот. Сейчас я только покажу цены. Фужеры. По две штуки там. Это же самая фирма. А привлекли меня вот эти вот кастрюльки. И цена у них, посмотрите, какая хорошая. 700 рублей. Сейчас кастрюльки дорогие, эмалированные. Давай открой. Смотри, какая большая она. Эх, хочу новую кастрюльку. Хоти. Ставь. И вот такая вот. А это, по-моему, это побольше, да? Тут да, сколько это литров? Больше. Здесь сколько литров? Фиг знает. Еще, не вижу. Еще и скидка 30%. Да. Видите? Ну, там написано, сколько литров. Здесь 5. А там, значит, а здесь 3,5. Вот нам 3,5 надо. Дальше что там еще есть? Такой подносик. Поднос. Металлический. Такой. Тоже в розовых. 199 хороший. Рублей. И... Приятный. И в зеленых, что ли? Фиолетовый. И так вот нежно-фиолетовый. Пастельный. А это нежно-розовый. Да, пудровый такой. Угу. Так, сейчас я обойду ее. Тут вообще неудобно. Так, вот это вот что такое? Давай посмотрим. Для выпечки. Кто печет. А, сердечко. Кроме сердца. Как раз. Такие тарелки вот тут еще. К февралю. Но тарелки я показывать не буду. Кувшин с крышкой. Вот смотрите. Такие вот тарелочки. Ой, очень-очень тяжелые. Кувшин конкретные такие. Тоже цвета, видите? И пиалушки. Тоже такого же. Такого же цвета. Ну, пиалушки симпатичные. Розовые, зеленые. По 189. А ну, тарелки. Любить можно. Как для пирожков. Такая большая. Как для плова. Смотри, так, кувшин здесь, для да? воды. Тоже ну, еще розовенький есть. 159,99. Пластик. Симпатичный. Пластик этот пищевой. Да? Электромельница. И недорого. Для специй. Вот фирму, как вот новогоднюю мы снимали. Да. Вольфорд. Открывать не будешь? Нет. Ну, это вот эти всякие формы для выпечки, кто любит. Вот еще даже такого же типа вот эти вот салфеточки на стол. Плетеные. Тут это вот скатерть покрывала. Покрывала. Одно осталось. Угу. Вот и полотенце. Уж не буду раскрывать. А что там цена-то? 549. 249 и маленькая 129. Ну, разные, короче. Ну, тут вот варежки. Что там еще внизу интересненького? Такая вот косметичка. Вот это косметичка. Вот это интересный цвет. Смотрите. Да, вот это да, вот это вот да. Супер. А сколько на стоит? 1199 органайзер. Интересно, что там внутри? Как он вообще оформлен? Открыть хоть? Ну да, будем показать хотим. Ну, не запечатали. А вот там вот нет, там вот а, нет, нельзя открыть. Сейчас я как-то войду. Ну, вот это открой, светленькую. А посмотрим хотя бы как. Что тут вообще? Ну, типа кожа. Ага. Под кожу. Видите? Удобно. Да. И тут такие они плотные перекрытия. И они мягкие. И сюда и кисти, мягкие, да. Такие. Мягкие и плотные. Ага, а это для кистей. Угу.
Хорошая штука. Да, вот кто с собой, допустим, все положил косметику туда. Вот такая еще дальше идет косметичка. И тоже таких же цветов, смотрите. Вот эта маленькая, такого же цвета, как это. И темная. И там еще вон серенькая. И стоит 249. Хорошая. Слушайте, классно. Ой. Сейчас. Нормально закрою. Там вон чемодан. Зонтики, но мы их не будем открывать. Там цена вон не было. 599. Мне только интересно, легкие они или тяжелые? Так я не достану. Они как там лежат так. Убрала? С цветами. О, да, красиво, легкий. Смотрите, симпатичный. Такого же стиля, вот как все здесь. Угу. Все на этом стенде. Симпатичные зонтики. Симпатичные. Тут еще платочки есть. Смотрите, по 149,99. Платочки? Я же да, говорил, платочки. Говорю, смотри. Смотрите, платок. Они одинаковые? Наверное, одинаковые. Давай вот так вот людям покажем. 60 на 60. Не знаю, очень хороший подарок на 8 марта. Хороший. Отличный подарок на 8 марта. Нет, они разные. Угу. Желтенький, мы с розовым. Угу. Видите? Угу. Вот я сейчас издалека покажу. Непонятно. Разберут. Конечно. В коробочке такой солидный. Ну да, вот приятный. Как раз подарить. Такая косыночка. Угу. А это что такое написано? Коврик какой-то. Для ванной. Коврик. Видите, тоже цвета, тоже все, что вот здесь. Смотрите, спонжи. А все, что Анфисе нашей приглянулось, это вот эти спонжи. Конечно. Смотрите, в таких баночках. А баночки пластиковые? Угу, ага, такие пластиковые. Приятные. Вон, видите, их тут сколько, они разные. Угу. Сиреневые вон есть. Розовые. Опять невозможно выбрать цвет. Ой, розовые какие симпатичные. У меня такой розовый есть, кстати, спонжик. Вот. Такие и, вот голубые. Да, как камушки. Угу, классно сделано. Так, подожди, давай вот так вот коробочку достанем. Вот и покажем. Вот. Такие даже есть, как песок, как будто на море, да? Да. И сколько их там? 7 штук. И стоит 229. По скидочке, да. По скидке. Угу. Хорошенькие. И маленькие там, и скошенные, и большие. То есть разных форм. Угу. И такая баночка симпатичная. Да. Даже органайзер вон там как вот стоит. Ноги отекли уже. Давай. 279. Для хранения универсальный. Для ватных дисков. С крышечкой. Угу. 159. Роликовый массажер. 499. Вильфорд. Не знаю, конечно, как работает. И вот, вот такая вот посуда, да? Она микроволновка, да, по-моему. А вот еще для ванной принадлежность. Видите? Симпатичные тоже. Тяжеленькие. Тоже такого. Тут вот. Такого же вот. Для мыла. Да, вот эти вот для щеток. Сколько стоит? 219,99. Так. А эти мыльница. 279. Да. И мыльница этих же расцветок. Что там еще внизу? Все это внизу стоит, нам так неудобно. Емкость для сыпучих продуктов. Ну, тоже симпатичная. Угу. Нежные все-таки расцветки. Да, и вот эти а вот. Мне вон те еще понравились контейнеры. Вот мелкие. Смотрите, нравится. 89. Или 109. А вот это, а вот это побольше. 89 поменьше. Да. Смотрите, какой. Вот все положил и с собой бутерброды или что-то, еду. Симпатичные. А вот еще какие тут эти. Толики. Тоже вон, цветы. Вон они какие цветочки интересные. Ну это не это уже к весне, 159, наверное. 159. 100, вот это вот побольше, 199. Фу, ну и вот эти вот. Тоже
закрывашками. Ой, у меня уже в спину вступило. Там еще такой серый далеко есть, но какой? Его не достать. Турецкий. Если его, я даст это... Не достать вот его. Так вот, если его только показать, вон он там. Вон он. Вот такой интересный стенд. Классный стенд. А вот это мы еще не показали. Ну, это форма для выпечки. Смотрите. А, не это. Все форма. Угу. Кто печет, кто любит это дело, приходите, смотрите. Это даже можно для жульенов такие. Ой, не знаю, мне не надо про это говорить. Ну, типа того. Кто любит. Так, ну, такой интересный стендик. И пройдемся по скидочкам еще. Вьен Сабо. Что тут Анфиса нам расскажет что-нибудь? Вот тут помады. Ну, тоже надо смотреть, какая конкретно со скидкой. Какая, какой там? Опс. Вот. Есть. Т9. Что такое Т9? Тон девятый. Тон девятый. Нашла? Это что, девятый? 0,9. Шестой. Наверное, все же девятый. 0,9. Так, что здесь интересненько? Ну вот, давай покажу. Мам. Какой? Темно-красный. Богатый красный цвет. Ну, какой. Ближе даже. Бордо. Богатый красный насыщенный цвет. И цена у него. Вот. 179. Что тут еще есть? Карандаши. Жидкая матовая помада. 9-й тон. Это какая? Поступили, искать надо. Ли? А давай другое что-нибудь. Подожди, вот. Флирт. Походу вот это. Кстати, классный цвет, да? Это вот это же? Ну, да, для жидкой. Угу. Так, что еще? Ты говорил, палетка вот здесь. Смотрите, теней. 275. Тут он вижу темный, синий. Это можно, наверное, как румяна, это как хайлайтер. Как хайлайтер. Еще вот палетка здесь вот такая. Тут разные, со да. Со скидкой. Карандаши здесь можно выбрать. Тональный, это что такое? Тональный. Тон крем, да. А внизу вот это вот. Там уже ничего, наверное, нет. Там уже, да, а там вот это не то. Вот это с блестками, это что такое? Вот это вот. Вот это. Это блеск для губ, но я не знаю, с какой он цену. Или это тень такие. Что написано? Ну, красивый шиммер-то. Ну, да. Переливающийся русалка. Не знаю, где тут. Так. Вот, смотрите, хайлайтер в ассортименте. Тестера нету. 295. Ну вот, румяна. Прям вообще цена отличная. Вообще дешевая. Да, отличная цена. А Вивен Сабо у меня были румяна. Хорошие румяна. Это посветлее. Угу. Здесь вот... Но здесь 399, да? Если а только я... вот эти 190. Тон 23. Ты знаешь, я вот не увижу. Да, вот этот. Вот 23. Этот. Ага. Вот это хороший оттенок. Да. Приятный. Давайте посмотрим. 23. Подсвечивать так. Естественно. Видите? Да видно, видно, просто не передает. Такой а вот теперь видно, когда хороший. Под угол сделала. А это какой тон? А это 24-й. Ой, ну давай что-нибудь другое еще. А то жарко уже мне.
Ну что вот еще тут в шубах, в одежках. Что тут еще интересненькое? Да, тут какая-то тушь, я вот увидела. 299. Провокатор. Лисабу. Вот такая. Это другая. Ой. А вот еще палеточка. Вот провокатор. Это вот такая 299. Да, вот щеточка нарисована здесь. Вот такой вот. 337, в принципе, универсальная палеточка. Можно и такой вечерний сделать, и светлый. Разный. Даже, мне кажется, вот этот оттенок можно как и румяна. Что-то там упало. Достану. Ну ладно, достанут они. Да. Я там сумку бросила. А где твоя сумка? Подозрительная фуза вообще. Почему? Она помаду убирала. Значит, она уронила. Ну, чё ж? Чё ж сделаешь? Так, чё ещё? Давай, отвлеклись. И так у нас всё. Вот это вот что такое? 299. Палетка хайлайтеров. Это вот. Потемнее, ну, посветлее. Отличная вообще цена. Ага. Это вот это надо полагать. Это посмотрим, как вы любите. Чтобы я все мазал себе на руки. Видно? Да. 300 рублей и граммовка нормальная. Слушай, не закрывается. Мам, помогите, спасите. Сейчас у нас тоже все. Не могу. Ну оставь, они, а то сломаем еще, не дай бог. Не оберешься тут потом. Так, что тут еще быстренько? Сейчас я пройдусь. Покажу. Если кого-то что-то заинтересует, останавливайте, смотрите. А вот красная помада там такая вон. Да. По скидке, по-моему, должна быть. Спросите. Вот, это она. 9-й. Или вам надо вот именно жидкую. Вот. А, вот. Смотрите, вот, да, как. Да, ну-ка, спросите. Хороший цвет какой. Да, видите? Да, прекрасно. А вот смотри, нет, тут. Вот тестер, вы это не открываете. Вот это попробуйте. Нет, конечно. Давайте я посмотрю. Это на руку попробуйте. Господи, извините. А вот это уже напугалась. Если будете, хорошо, соберетесь покупать. Я поняла. Спросите, эту стоит. Можно попробовать, а другие. Да, ну цвет вообще шикарный. Хорош. Очень. Как раз под ваше пальто. Да, да. Вот, нет, вот это проверьте по цене. А этот тестер тогда положите. Это тестер, которым да, можно спросите, пользоваться. Она должна 179,99 стоить. Иди сюда, вот здесь вот. Посмотри еще, что здесь. Так, бальзам для губ, кстати, у меня такой был. Помнишь, я брала? Да. Так. Что 175. Тут еще? Бальзам для губ. Ну вот они да, наверное. И здесь губ. Вот помада, посмотри, еще тоже по 219. 219, 101. Светленькая. Кто любит. Ага. Это у нас Диваш? Диваш. И 259 еще тоже скидка. В ассортименте, значит, на них. Ага. Надо полагать. Дальше вот тут внизу. Блеск для губ. Тон 09. Это как все открыли, смотри, не тестеры вскрыли. Но я не увижу так тон. Нет, ну, номер 2. Вот так вот покажу. Разные тестеры. Помады. Так, и вот здесь вот внизу еще. Сейчас у меня длинный получится. Ну, ускоряйте, мы же медленно, ну, да, говорим. Ускоряйте тут искать видео. Надо, вот, в общем, да, вот тут они. Вот, видите, скидки есть. Кстати, Римуля, она, конечно, стойкая помада. У меня помада, есть. Жидкая помада. Жидкая. Так, ну ладно, я перехожу. Парфюм. Покажу вам сейчас. Ассортимент, конечно, тут уже остался маленький. Практически. Ничего, но подождите. Мы потом покажем, что мы взяли. Я уже запариваться не могу. Мы уже ничего, наверное, не завозят. Но я думаю, все-таки потом как-нибудь это.
Если у меня трясется вот немножко рука, вы на меня тут не это самое, не ворчите. Сейчас я вот этот стенд да покажу. Людям, может быть, нужно вот что-нибудь из этого посмотреть. Вот со скидочкой есть. Во-первых, мы и снимать-то не собирались. И мы в верхней одежде. Представляете, как нам неудобно и жарко. Так, ну и внизу вот там что-то у нас стоит мужское. Может быть, кому-то кто-то что-то ищет. И принес. Нам, кстати, такой подарили. Ну так ничего, на весну пойдет. Вон, Эвелин, пожалуйста, BB-крем, 200 рублей. Вот смотрите. Далее. Как здорово. Хайлайтер для лица 145. Красота, лепота. Угу, тебе ничего не надо. Это вот розоватый, видишь, а желтоватый. Это желтоватый. Там с золотом как будто. Красота, лепота. Вот они, скидки какие. И тени. У меня, кстати, вот такие есть. Глэм. Сейчас вот так. Модерн Глэм. Тестер. 261,99. Скидки. Эверинс? Да. Да, хорошие. Смотрите, смотрите, какая цена. Есть, покажи. И есть еще другой. Раскладки. Немножечко отличается. Немножко. Ну, а это тоже 261? В ассортименте, да. Ну, значит, одинаково. Выбирать. Да, интересные скидочки. Такая палетка ее надолго хватит. И коричневую, и тут да. И а вот еще посмотри, что она что. Набор корректоров. Да, это замазывать всякие покраснения, синяки. Допустим, насколько я знаю, вот зеленый. Вот какие, смотри, блестки как ага. Переливаются. Зеленый на покраснение. Желтый, по-моему, синячки перекрывать. А фиолетовый. Ну-ка, подскажите, не помню. Не, я точно не знаю. Ну, в общем, очень так, так. Жирно. А вот. Что здесь еще есть? Жидкая губная помада 135 в ассортименте. Magic. Мэтт Мэджик, матовая. Где она? Мэтт Мэджик, 135. Вроде я медленно показываю. Куда еще медленнее-то? Мне хороший, пишут, хороший цвет. Голова кружится, как я быстро показываю. Хороший какой? Цвет твой. У меня вроде пока не надо. Да, у нас там. Так, ну я дальше. Держи, тратить. Я дальше сейчас. Стопы. Смотри. Что ты, блин? Любимый то, любимый этот. Тональная основа много раз брали. А вот это да, это наш. Аккуратнее. А я не трогала. Это не я. Скидка 0 на 0,20 оттенок. Давайте я вам покажу, что это. Это, наверное, я темный. Даже не дотрагивалась. Нет, это 30. Я вообще стою вдалеке. Ты не снимай мой рукав-то. 0,20, наверное, разобрали уже. Конечно, по такой скидке. Ага, что-то я не вижу. Кстати. Ну, в общем, вот они так вот сколько стоят. Да, вот эта вот цена, а это вот. А это 200 рублей. Ну, можно поискать. Хороший. Ты пока поищи, может там быть, есть. Нет. Я пойду парфюмы да покажу. Я быстренько пройдусь. Тут, правда, показывать-то, в принципе, уже нечего. Уже рука болит. Появились, видите, вот такие вот. Нет, у него. По такой цене. Стоят, значит, тестеры. Вот. И за ними. Сколько там? 20 или 30? Не вижу. В этих, в новых. Не знаю. Цена у всех одинаковая. У меня уже рука дрожит. Не вижу сколько.
Это Бандерас. Все поняли, я так думаю. Но тут у нас скидочки есть. Видите? Наш любимый точень по космической цене. Озон. Донна. Пинк. Макс Блэк со скидкой. Макс Флэш со скидкой. Дальше. Дальше Хьюго со скидкой. Так. А наверху я не показала. Арман Баси, космическая цена. Я не могу. Сумку с работы пойдем. Ну, сейчас я вот это вот досниму. Дольче Габбана. Раз уж начала, что же теперь? Это со скидочкой. И это тоже со скидочкой. Две скидки. Так вот отсвечивает немного. Сейчас я повернусь. Клакост. Вот это вот со скидкой. Это без. Ну, два раза в месяц 20% скидки. Вот 15-го скидки были на белые ценники. И где-то в конце месяца еще. Так что вот это все, что белое, можно еще и по скидочке взять. Искада со скидкой. Кельвин Кляйн. Золотой. Пеппи джинс и Пеппи джинс со скидкой. Черный, синий. Стеллари. Анаис, Анаис. Томми, вот тут вот есть открытый, можно попробовать. Амор, Амор. Так, ну что тут еще внизу осталось? Рыбит. Быстренько пройдусь.
нас 007, Уругвай, Красная Москва. Пачули золотые. И это Фабул Нуар. Так, еще я еще не показывала. Здесь моноароматы. Цена 249. Ручек практически нет. Марина, принцесса, и Марина Реверанс со скидкой, такой маленький. Так, что-то я еще не показала. Макс, я показывала, что-то я уже не помню. Не показывай. ГЭС. Вот это со скидкой ГЭС. Без скидки. А, еще Бруно Банани. 3,5 козыречка. Но зато со скидкой. Вот. Можно сказать, без скидки. Наш любимчик со скидкой. Так, ну и все, по-моему. И вот здесь вот еще маленький стендик по 30 миллилитров. Ну вот пока все на сегодня. Всем пока. Не забывайте писать комментарии, подписывайтесь, лайки. Друзья, мы вам хотели показать, что мы взяли. Чтобы домой. Конечно же, спонжи вот в таком цвете. Вот она взяла. Видите, вот морском. Такие вот. Так, они вышли нам с 229,99. Ну, баночка, конечно, огонь. Просто мне так понравилось. Далее резиночки вот такие. Да. Пока рассматривайте еще стоимость. 50 чем-то рублей. Так, резиночки 54,99. Их на косичке. Смотрите, цвета. У меня волосы длинные. Коричневые, красивые. Мы как-нибудь заплетем, у меня класс. Много косичек. Такую вот штуку от Beauty Bomb. У меня такая есть. Смотрите, какая скидка. А стоила? А стоил 349. Вот, и мы ей уже пользуемся. Штука классная. Это тени для век. Жидкий, то есть можно как самостоятельный продукт, можно сверху тени нанести сухие для стойкости и яркости. В общем, я, например, просто классный. И как выравнивает цвет. Выравнивает цвет. Я пока глаза не крашу, потому что у меня аллергия. И... Можно открыть, показать. Ну, вот тут антикража, вот это вот. Я сейчас не смогу открыть. Ну, в общем, вот как там здесь такая... такой цвет. Только там чуть такая посветлее. Кисточка, да, и получается светлый такой. Впитывается и прям приятный, да, нюдовый такой оттенок. Цвет, далее, да. Такой дезодорант взяли, Рексона, взяли с сердечком. Он 169,99 по скидке. Также крем взяли для ног. Какой-то новый тоже мы не видели такой. Это 48,99. Тоже, вот тоже 50% скидка. Да, хорошая. Ага. Также взяли вот такую жидкость для мытья. А посуды. Мы уже такой брали. Ага. Она стоит... Так. Очень густая такая. Но она вообще дешево, кстати, стоит. 59,99. Мы уже брали два таких. Да. Такую сыворотку взяла. Так. Не могу найти теперь эту сыворотку. Ой. Так, все, нашла. 119,99 по скидке. Ну, я брала тут этой фирмы. Мне нормально. Вот такая сыворотка для лица. Да, для лица. И что там? И еще на кассе, представляете, взяли. Мы вам как-то показывали. Элиан пигменты у меня одни. Помните, есть. Пигменты. Вот. Она все руки тогда измазала, да. Ими. У меня одни есть, и я пользуюсь. А здесь я не знаю, какой цвет. Я просто взяла. И такая. Смотрите, цена. Какая цена. Они стоили вот 499. И я задорого брала, но тоже со скидкой, но задорого, давно еще.
А это вообще на за 50 рублей? Давайте посмотрим. Мне кажется, подожди, там... Подожди, что-то у меня это... Мне кажется, там красный цвет. Ты думаешь, какой? Ну, не знаю. Называется... Давайте откроем, посмотрим. Где он? Вот. Видите, мне кажется, 29-й последний номер – это красный. Ну, какой бы ни был, он лишним не будет, тем более за такую цену. Выпал. Нет, смотрите. Ух ты, какой цвет. Это сиреневый такой. Я хотела их купить. Какой цвет. Да, и я причем продавец нам сказал, что это остатки, поэтому... больше не будет. Да, штука его не классная. Будет. У них, когда коллекция заканчивается, они делают такие даже скидки, скорее всего, вообще уходит. И, может быть, со стенда. Да, никогда больше даже их и не будет. Обалдеть. Так, ну, все, да? Вообще дарма, ну, вот, конечно, да. Ну, вот такие покупочки. Такие ничего вот не собирались покупочки. Покупать. Да. Ну ладно, на сколько у нас там? На 800 чем-то рублей. А куда я чек сделал? Да, там вот чек, пожалуйста. Что я не вру, можете зафиксировать. Подожди. А, зафиксируешь его как же. Вот, 852 рубля. Это да. Пожалуйста. Ну, видно, тут нет. Все, я сказал честно. Фиг его знает, видно, нет. Скидки. Там вот это вот что-то засветило. Ну, ну ладно, короче, да, понятно. Посмотрим. Ну все, всем пока. Пока-пока, привет из Самары, с Волги.